О других новостях. Снести около 90 аварийных домов, вместо них построить новое многоквартирное жилье, детский сад, школу. Это перспективный план развития микрорайона Богданка на ближайшие 3 года. Сегодня председатель кабинета министров Иван Моторин и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписали с генеральным директором компании СОР Владимиром Ермолаевым соглашение по застройке микрорайона. Мы совместно с кабинетом министров берем на себя серьезные обязательства, планируем их выполнить совместными усилиями. Ну а Владимир Федорович в течение этих лет 40 тысяч квадратных метров обязуется предоставить городу под социальные программы. Эти люди улучшения жилищных условий ждут давно. Похоже, час X наконец-то настал. По словам чиновников, в этом году в микрорайоне Богданка по программе сноса аварийного жилья собираются переселить жильцов в более 15 домов. Большая часть жителей, которые живут сегодня на Богданку уже и переселятся вот в дома застройщиков, в дома, которые построил Владимир Федорович Ермолаев. Но мы думаем, домов 15-20 в этом году мы расселим. В этом году застройщик планирует сдать 150 тысяч квадратных метров коммерческого жилья. Из них 5 тысяч – администрации города и правительства республики по приемлемым ценам. Запланировано и строительство поликлиники. Также надо довести до ума 3 транспортные развязки в микрорайоне. Достроить дорогу по проспекту Айги с пересечением и заездом на улицу Фучика. Развязку Фучика-Богданка, которая входит в программу подготовки к 550-летию Чебоксар. И расширить дорогу от кольца коммунальной слободы с выходом в сторону трассы М7. Это все прописано в соглашении. Спасибо большое. Спасибо за участие. Богданка будет. Это первый документ такого масштаба, отметили и Алексей Ладыков, и Иван Моторин. Соглашение подписано на 6 лет. Могут ли присоединиться к каким-то иным соглашениям другие застройщики? Да, могут. Работа ведется и по новому городу, работа ведется и по тракторостроительным застройкам. Все будет, я думаю, в ближайшее время согласовано. Я надеюсь, что послужит примером наше соглашение, плодотворное сотрудничество и для других застройщиков. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев. Республика.